Физкульт, привет, дорогие подписчики и гости моего канала. В этом видео я расскажу, как я сажал вот такую вот замечательную детку фаленопсиса, орхидеи фаленопсиса. Посмотрите, вот какие хорошие корешки. Листья тоже в отличном состоянии. А сажать ее буду вот в такой вот изготовленный из 5-литровой пластиковой бутылки контейнер. Как видно, что я обрезал 5-литровую баклажку, и сейчас я буду проделывать в ней дырочки. Дырочек надо проделывать много. Проделывать я их буду с помощью хорошо разогретого паяльника. Обратите внимание, что я и в дне проделал дырочки, и в боках, потому что у фаленопсиса корни и дышат, и вегетируют, и фотосинтезируют. То есть им нужен и прозрачный горшок, и достаточное количество воздуха. Вот дополнительно я еще на дне делаю несколько отверстий. То есть застой влаги для фаленопсиса нежелателен. Вот такой вот получился изготовленный собственноручно контейнер, практически бесплатно. Далее на дно я укладываю дренаж из керамзита. Керамзит немного тяжелее, чем сосновая кора. Он будет немного придавать устойчивости этому горшку. Также он будет служить хорошим дренажом для того, чтобы не застаивалась влага. А в качестве субстрата я буду использовать вот такую вот, собственно, приготовленную сосновую кору. Кору я набрал в лесу. Измельчил ее, предварительно я ее несколько раз прокипятил, и вот такими небольшими кусочками я ее укладываю. Теперь аккуратно укладываем корни орхидейки и стараемся постепенно засыпать субстрат так, чтобы не было пустот. При заполнении субстратом можно немного потряхивать горшок, вот так, как я это сейчас сделал. Вот такими ловкими движениями, небольшие потряхивания, и горшок постепенно заполняется сосновой корой. Уголь я не добавляю, только сосновая кора. Вот так можно немножко подтянуть вверх, потрясти, чтобы не было пустот. Ну и проверим, хорошо ли уплотнился субстрат. Видно, что пустот нету, корешки находятся в пространстве между кусочками коры. Можно еще немножко добавить. Горшок довольно-таки просторный. Вот так его поддернули, потрясли. А сверху я буду мульчировать вот таким вот мохом сфагном. Я купил его в магазине. Если у вас есть возможность набрать его в лесу, это еще лучший вариант, чем покупной. Мульчирование сфагнумом очень хорошо и положительно влияет на фаленопсис. Влага не так сильно испаряется. В квартирах у нас практически у всех сухой воздух, а все-таки орхидее нужна влажность. Вот такой вот замечательно получился посаженный, пересаженный орхидейка. Так может сделать каждый. Спасибо за просмотр и не забудьте подписаться на мой канал. Впереди еще много роликов про садовые и комнатные растения. Всего хорошего, пока-пока!